Добрый день, мои дорогие зрители. Сегодня я зашла в Second Hand. Так называется этот магазин. Магазин Humana есть у нас в Киеве. И вот я зашла посмотреть, что дают и почем. Давно не было в таких магазинах. И это приятно меня удивило, потому что сразу мой глаз упал на текстиль. Здесь текстиль офигенный. Очень красивая скатерть. И посмотрите, какая вышивка. Все сделано на ткани из льна. Выглядит потрясающе, в очень хорошем качестве, без пятен. И обратила внимание на очень красивый и большой выбор штор для дома. Вот несколько вариантов вам покажу. Посмотрите, какие интересные тюлевые шторы красивого серого цвета. Вы знаете, все они очень в приличном состоянии. Я вот их трогаю, рассматриваю. Есть очень креативные вещи, ткани. Таких я в наших магазинах не встречаю. Посмотрите, какая красивая ткань с птицей. Очень мне запала. И вот эта вот интересная шторка с органзы. Она даже с такими небольшими колокольчиками. Но в одной штучке только. Все обработано красиво, с красивыми петельками сделано. Извините, что так показываю, но вот цена 110 гривен. Такая цена. Вот такие красивые шторы. Вот еще и с органзы такой, посмотри, яркий оттенок, красный. Можно сделать акцентный вариант. Я пролистываю, хочу, чтобы вы просто увидели и прочувствовали мою дрожь, когда я увидела такой ассортимент штор. Вот это все тоже из хорошего, качественного текстиля. Жаль, они вот не пропарены, товарный вид немножко не такой, как бы хотелось. Посмотрите, какой классный лен, какой красивый рисунок на нем. Рассматривая вот штору, так мне показалось, что она оригинально смотрится. Но это если бы еще разложить ее, посмотреть так сдалека, было бы интересно. Креативный человек может выбрать себе здесь очень интересный набор для дома. Вот сейчас подходит, как раз я подхожу к тому месту, где шторы, это моя любовь. Понравились вот такие шторы, чем-то напоминают шторы моей бабушки. Но мне кажется, в каком-то средиземноморском домике у моря вот такие шторы бы очень красиво сочетались и пошли. Так же, как и эти. Сейчас идем мы дальше. И мне еще понравились очень полосатые шторы. Их здесь в большом количестве. Посмотри, какая красивая оригинальная полоска. Тоже есть петельки интересные. Тоже для моря супер какая-то красивая штора. Так, а это вот скатерть. Это тоже она из розовый такой имеет оттенок. Хороший тоже текстиль. Эта штора просто потрясающая. Я когда ее разложила, просто сразу запали эти цветы. Мне кажется, так они украсят квартиру. А это на черном фоне просто моя любовь. Невозможно оторваться. Это даже можно не использовать в виде шторы. Это можно сделать какое-то панно. Это велюровый кусок ткани. Это тоже штора. Я подумала, что можно натянуть на кресло и сделать такое цветное, оригинальное, современное кресло. Ну, естественно, я померила на себя еще пару вещей. Вот такие два пиджака я сейчас вам покажу. Один в такую мелкую точечку. Смотрится оригинально, приталенный. Что-то я устала уже от этих грубых мужских пиджаков и решила померить что-то оригинальное. Цена пиджака 230 гривен. Еще вот такую в клетку я смотрю. Как вы думаете, какой пиджак мне лучше? Какой бы мне взять? И еще мне понравился вот такой вот гобеленовый. Вы знаете, на видео не выходит такой он, как в жизни. Вот камера не передала его элегантность и оригинальность. Но я этот пиджак, кстати, взяла 230 гривен, его цена. Я его уже меряю с джинсами со своими, но вот не читается он на видео. И я прохожусь по стойкам, хочу показать, что еще есть. Смотрите, какие зимние пальто неплохое имеют цвет. Оригинальное. Но все нужно мерить, чтобы разобраться, подходит тебе эта вещь или нет. Вот смотрите, пальто Esprit. Хорошее качество, хорошая фирма. Вот такие вот пальто, которые никогда не выйдут с моды. Это вот гусочка, этот ткань называется. Классная она. Понравилось мне тут еще серое. Смотрите, а-ля буклированное, классное пальто. Ну, оно вот не моего размера, но я и не собиралась его мерить, просто показываю для своих зрителей, что можно встретить неожиданно и хорошо одеться совершенно в секонд-хенде. Это секонд-хенд. Красивые пальтишки. Я еще очень много встретила здесь лыжных курток. Может, кто-то из лыжников еще себе не прикупил обмундирование, то в этих магазинах это просто за 3 копейки. Реально 3 копейки. Посмотрите, какой выбор курток.
Есть с пропитками такие, кто любит в горы ходить. Ну и даже кто в саду работает, вот такие куртки, я думаю, что не будут мешать. Юбочки. Ну, все такое нужно внимательно присматриваться к этим юбкам. Понравились мне вот еще здесь такие накидки, как кардиганы, пончо. Здесь тоже в большом количестве. И в неплохом качестве они. Куртки, посмотрите, какие цвета. Просто тоже, как те шторы, которые я вам показывала, очень яркие. Поставьте лайк моему видео, не забывайте про меня.